Зашел я вот на такое красивейшее место. Давайте покажу вам, что это за место. Здесь, правда, очень сильный ветер, но не мудрено, ребят. Смотрите, какая классная бухта. Обалденно просто. Это Херсонес. Красивейшая бухта. Я не помню, как она называется. Но то, что бухта действительно крутая, это 100%. Посмотрите сами. Внизу тоже какая-то площадка. Здесь вот мы видим какие-то клумбы из коры, деревянные скамейки. Здесь у нас идет брусчатка и освещение красивое. Очень эффектно. А здесь, я так думал, что это котлован какой-то, но нет, скорее всего, что это у нас будет какое-то тоже зеленое насаждение, скорее всего, связанное с травой, кустарниками. Ну а здесь плиточка, круглая такая площадка. На вид очень даже симпатично. Ну а мы с вами попробуем сейчас пойти вот туда, там где равелин, если получится, и сделаем уже с с вами непосредственно, посмотрим. Здорово. Я так думаю, что туда вообще нас не пустят, если честно, потому что как-то так вот, ну, что-то там строят хорошо. Посмотрите, много кранов, наверное, новый яхт-клуб строят. Помещение, очень хорошая территория, город наш виден здесь, то есть небольшая площадка, но достаточно красивая и комфортная. Посмотрите, какие облака замечательные. Хорошее место, действительно хорошее. Единственное, что очень прохладно и очень много сейчас ветра, очень сильный ветер. Ну а что вы хотели? На улице, насколько я понимаю, градуса 4 градуса тепла. Да, вот сейчас должно быть получше, во всяком случае, я так надеюсь. Ну и продолжаем смотреть, что здесь такое красивое. Мне кажется, такой контраст гораздо приятней, симпатичней. Но вот это решение со стеклом очень крутое. Ну, все это сделано именно, конечно, не в российском стиле. Все это сделано в европейском стиле. В Европе вот такими стеклами все облицовывали давным-давно. Смотрите, качество как положили вот здесь, вот в частности, да, вот в этом месте. Ну, оставляет желать лучшим. Просто чпок-чпок и на этом все. Но зато мне очень нравится, как сделали, как закрыли сеткой все это. То есть здесь не будет ничего расти, никакой. Ну да, не должно было ничего расти, но вот посмотрите, допустим, вот здесь вот, видите, там уже растет. А возможно и наоборот, здесь будет расти газонная трава, и все это будет в красивой газонной траве. Но как-то так, мне кажется, так. Но место я нашел замечательное. Вот мы забрались вот на эту стеночку, и позади меня море, впереди меня море, ну, в общем, везде здесь море. И на самом деле здорово, посмотрим. Давайте посмотрим, и чем дальше мы будем идти в ту сторону, вот туда, тем мы будем выше над морем. С той стороны у нас, как вы видите, Херсонес Таврический. Thank you.
А там, где дорожка сужалась, конечно, чувствовалось, ну, совсем так не камильфо, если честно. Что здесь можно идти довольно опасно. Ну, или здесь мы можем идти тоже. Кстати, привет ДМБшникам 88-го года. Прилуки, Прилуки. Красивое место, давным-давно здесь не был. Действительно хотел сходить. И еще посмотрите, какое небо замечательное. Какие облака. И, конечно, когда я еду на BMW, я более уверен в том, что я выйду из любой дороги. Вот такой непроходимый, на самом деле, несмотря на то, что у меня даже передний привод. Ну, просто у меня передний привод, что здесь, что на Opel, что на BMW. И я все равно, ну, чувствую себя очень комфортно именно в BMW, вот именно на таких вот дорогах. Ну, не мудрено все-таки, да? Музычка у нас закончилась, я понял. Ой, хорошо, открываем радио. Какие проблемы? Нам предлагают ВКонтакте опять всякую херню. Поэтому мы просто откроем, включим радио и забудем вообще о том, что было. Вот наше радио. Поехали.